Самара, добрый вечер. На часах в нашей студии 19:30:23 сейчас. Если на ваших домашних часах то же самое самарское время, то это значит две вещи. Первое, мы работаем в прямом эфире, а второе, ваши телевизоры настроены на кнопку телеканала «Самара ГИС», чему мы очень рады и чрезвычайно вам благодарны. Сегодня в нашей программной сетке произошли изменения. Они не связаны ни с каким форс-мажором, они не связаны ни с какими неприятностями. Напротив, они связаны с очень приятным для нас событием, потому что сегодня у нас в студии глава городского округа Самара Олег Борисович Фурсов. Добрый вечер, Олег Борисович. Добрый вечер, Андрей Владимирович. Добрый вечер, дорогие самарцы. Ну и поскольку наша студия связана с вашими квартирами, всеми возможными видами связи, это и телефонная, и интернет-связь, мы будем считать, что Олег Борисович пришел не просто к нам в гости, а он пришел в гости ко всем вам, дорогие жители города. И мы искренне надеемся, что своими вопросами, своими мнениями вы тоже примете активное участие в нашем разговоре. А главная тема сегодня одна. Это благоустройство города, это подготовка к субботнику, это месячник по благоустройству города. Олег Борисович, если говорить в целом, вот насколько хорошо идет подготовка, вообще как идет этот месячник, как дела у нас? Дела идут хорошо. Конечно, апрель всегда проблемный месяц для нашего города. И в этот год не стал исключением. Правда, весна что-то у нас задерживается, зима никак уйти не может. Из-за этого, конечно, сдвигаются изо дня на день те планы, которые мы спланировали несколько ранее. Но я хочу сказать, что я очень доволен тем, что значительное число горожан принимает участие в мероприятиях по приведению города в порядок. Мы это видим, замечаем и, с своей стороны, оказываем всяческую поддержку. Я считаю правильным то, что жители выходят на уборку своих дворов, потому что двор — это, ну, такая наша маленькая коммунальная квартира. Мы там гуляем с детьми, мы там влюбляемся, там отдыхают наши родители. Иногда после работы нам доводится побывать в этом дворе и посидеть на лавочке или покачать на качелях наших детей. Поэтому как не нам приводить дворы в порядок? Ну, вы только что прослушали мнение главы городского округа Самары Олега Борисовича Фурсова. А теперь давайте мы послушаем мнение тех, кто непосредственно принимает участие во всех этих мероприятиях месячника благоустройства. Непосредственно мнение простых самарцев, которые бывали там. Давайте посмотрим. Чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят. Если мы будем продвигать эту инициативу в молодежи, так сказать, в массы, то, я думаю, мусора станет меньше. На самом деле, не очень приятно здесь находиться. Я пришел со своими одногруппниками убираться под музыку, попить чай элементарно и навести порядок в центре города. Да и к тому же в этом районе я живу, поэтому мне будет тоже очень приятно. Я люблю, когда чисто в моем городе, когда кто-то из других городов приезжает ко мне, говорят, вот у вас чисто, и мне очень приятно это слышать. Пример нужно подавать жителям, пример, подавать маленьким детям, поэтому каждый, кто здесь находится, пришел не просто так, чтобы показать, что я здесь появился, а именно показать свой пример, что именно так делаю я, значит, и так должен делать ты. Я считаю, что субботники нужно проводить не только в апреле или там раз в году. Субботники нужно проводить чем чаще, тем лучше, так как мы должны приводить свой город всегда в порядок. И это зависит от нас, людей, непосредственно, потому что мы же сами и мусорим здесь. Но вообще чистоту, да, я считаю, что нужно поддерживать, начинать нужно с себя. Каждые порывы к чистоте и, прежде всего, убираться дома, потом убираться на улице, в собственном городе, и от этого жизнь счастливее станет. Это же все для нашего, ну, для нашего здоровья, для нашего блага. Мы делаем это все для себя, чтобы тут нам было приятно гулять, отдыхать. Олег Борисович, как вам лицо такой Самары? Прекрасное лицо. Хорошие молодые ребята, энергичные, талантливые. Я уверен, у них хорошие перспективы. Должен сказать, что молодежь в этом году как никогда активно вышла на уборку города. 3500 студентов уже приняло участие в субботниках и в средниках. И некоторые из них принимали по 11 раз. Но этим, может быть, объясняется и то, что мы в этом году поддерживаем всех тех, кто помогает наводить порядок в нашем городе, поддерживать его в чистоте. Олег Борисович, а теперь у нас есть уже голос города не из наших сюжетов, а уже кто-то дозвонился с первой. Давайте послушаем, о чем будет вопрос. Ваше слово. Добрый вечер. Здравствуйте. Олег Борисович, у нас больной вопрос. Рынок аэродромный «Аврора». Настолько он здесь востребован, все пожилые здесь живут, инвалиды, район не вот молодой. И вдруг вот каждый раз сносят, свежее мясо купить, мы только здесь, никуда на рынок.
Ярославке, дальше по одни ездим, молоко тоже. И попробовать, и цена устраивает здесь. Ну что, вот у нас все время это гнобит, что вот этого рынка теперь не будет. Ну, благоустроить можно, закрыть можно. Забор был хороший, можно было и разукрасить, и все, это федеральная трасса. Нет, вот снесли все, и теперь вот еще грозят остаточки забрать. Что нам делать как-то? Ну, вы знаете, к сожалению, наш город остался одним из немногих, где такие рынки процветают. На мой взгляд, там антисанитария полнейшая. И невысокие цены на продукты питания, возможно, объясняются тем, что происхождение этих продуктов не совсем понятно. Поэтому принято решение таких рынок город освобождать. Мало того, что они представляют угрозу для населения, да, в качестве здоровья, они еще и портят внешний вид. Если вы там часто бываете, покупаете продукты, вы видите, во что превратился достаточно красивый сквер от Аэродромной, да, до там, улицы Марис Тореза. Да? Mm-hmm. Он просто вытоптан, там ни газонов нет, ни цветов. Поэтому мы приняли решение расторгнуть договор с компанией, которая этот рынок организовала. Мы им подбираем несколько иной формат для организации такой работы. Я думаю, что они с этим форматом согласятся. А на месте рынка разобьем хороший, прекрасный сквер. И вы там сможете гулять, прогуливаться, выгуливать там детей или внуков. Поэтому, я думаю, такое место станет приятным местом для проведения свободного времени. В городе торговых площадей достаточно. И давно пора уже переводить вот такую нецивилизованную торговлю, в кавычках, да, в цивилизованный формат. Где будет контроль со стороны соответствующих структур, где будут холодильники, где будет вода. И где будет более комфортно вам покупать предметы первой необходимости и товары первой необходимости. Олег Борисович, мы с вами начали разговор по всем правилам хорошего тона, то есть общая тема для всех – это погода. И вы правильно заметили, потому что апрельская погода, ну, такое ощущение, что она немножко издевается над всем нашим месячником благоустройства в этом году, потому что, ага, убираетесь, сейчас я с дождиком побрызгаю, тут снежка еще чуть-чуть добавлю, да еще и ветра добавлю. Олег Борисович, на субботу у синоптиков в прогнозе плюс 6 и небольшой дождь со снегом. Вот насколько погода может снизить результаты месячника благоустройства, насколько она может подпортить результаты субботника, вообще что с этим делать, можно ли бороться с погодой? Ну, как с погодой бороться? Если только просить о том, чтобы все-таки солнечные деньки настали, да, обратить свои взоры и просьбы к небу, возможно, оно прислушается к нам. Но это, конечно же, шутка. Я должен сказать, что в прошлом году в день субботника был сильнейший ливень. Но все равно значительная часть горожан вышла, помогла привести город в порядок. Ну, а когда наступил сильный дождь, все разошлись по домам. Я уверен, что и в этом году те люди, которые не боятся дождя, не боятся снега, и те объемы работ, которые этим людям рекомендованы, позволят выполнить хотя бы минимальный объем работ. Но с учетом того, что весна затягивается у нас, я думаю, что мы 29 числа также будем стремиться провести субботник, потому что, еще раз подчеркну, мы работаем, конечно, не ради одного дня в апреле, да, вот как девушка сказала в предыдущем сюжете, а мы стремимся к тому, чтобы город постоянно поддерживался в чистоте. И то, что мы не успеем сделать до 22 числа, я думаю, что до 29 мы обязательно должны сделать. У нас в этом году 1 мая празднуется, будет хорошая демонстрация, 9 мая празднуется, и вы помните, что Николай Иванович Меркушкин поручил каждый праздник 9 мая после юбилейной даты проводить как юбилейное мероприятие. Поэтому, конечно, город должен быть подготовлен, должен быть нарядным, чистым, украшенным. И это касается не только центральных районов города, это должно быть повсеместно. Вообще, перед нами стоит очень серьезная задача сделать так, чтобы те вот многолетние накопления, которые отравляют нам жизнь, в течение этого года были полностью убраны и очищены. Мы на это нацелим и общественность, и свои службы, конечно же. Поэтому совместными усилиями, я думаю, с этой задачей мы должны с вами справиться, уважаемые горожане. Олег Борисович, давайте еще послушаем мнение тех, кто незримо сидит за нашим столом, потому что люди дозваниваются. Так, вам слово. Здравствуйте, слушаем вас. Здравствуйте. Меня зовут Галина Федоровна. Я проживаю по улице Дмитрова, Тополей. То есть у нас есть такой квадрат. Тополей 4,8, Дмитрова 105 по 113 дом. В этом году у нас будут делать детскую площадку. Вот. Но у нас стоит вопрос убрать гаражи. Мы просим реальной помощи у всех. В том числе и к вам обращаемся. Будем еще обращаться к Меркушкину. Помогите их убрать. Потому что стоят на теплотрассе. Будут мешать эту площадку делать. На весь вот этот вот квадрат. Хорошо. Большое спасибо, Галина Федоровна. Мы обязательно вам поможем. Тем более, если гаражи стоят на теплотрассе, здесь проблем никаких не возникает. Долгое время городу некуда было вывозить эти гаражи и их складировать и хранить. Сейчас эта задача решена, и мы поэтапно от гаражей, которые портят облик
города и загромождают дворовое пространство, избавляемся. Я ваш адрес взял на заметку, мы обязательно эту задачу решим. И детская площадка у вас появится. Олег Борисович, ну, совсем недавно мы с вами встречались в ваших стенах, в стенах мэрии, и наша компания в числе многих наших коллег из самарских СМИ подписала договор о сотрудничестве в сфере благоустройства. И вот, насколько я помню, я даже тут специально записал, еще были соглашения с Союзом работодателей, Русским географическим обществом, Советом ректоров, строителями, молодежными организациями, Союзом журналистов, профсоюзами. Олег Борисович, вот для чего это нужно? Дает ли что-то эта форма, и вот насколько она работает, насколько эффективна? Вы знаете, мы подписали соглашение с 50 организациями во имя того, чтобы жизнь в городе становилась комфортной. Это ведь задача не только городской власти, да? Это задача всех, наверное, общественных объединений, даже вот таких крупных, о которых вы сейчас сказали. И задача каждого жителя в частности. Я думаю, чем больше мы внимания к этой теме привлекаем, чем больше дискуссий идет в обществе, надо это, не надо, кому это надо, кто в этом виноват, да, кто должен с этим бороться и как, тем быстрее найдем верное решение. Но уже то, что более 50 организаций подписались под этим соглашением, а я отмечу, там не только крупные общественные организации, там все религиозные конфессии подписались и политические партии. Такого, в принципе, ну, наверное, вот в истории города не было. Это говорит о чем? О том, что все понимают, что дальше жить вот в той ситуации, в которой мы с вами находились, нельзя. И каждый говорит о том, что нужно менять жизнь к лучшему. Мы должны заботиться о комфортном городе, о более цивилизованном. Если мы себя считаем развитыми людьми, культурными, грамотными, конечно, мы должны в этом принимать участие. И мы чистим город не для начальников, мы чистим город для самих себя. И вот это понимание, оно было поддержано вот таким огромным количеством организаций. Я должен вам, уважаемые горожане, сказать о том, что когда мы начинали вот разрабатывать подходы к субботнику или, хотите так сказать, к месячнику по благоустройству города, мы не предполагали, что так много людей, меценатов, откликнутся на наше предложение и безвозмездно передадут такие поощрительные призы. Я напомню, у нас более 14 тысяч дисконтных карт от торговых сетей федеральных, которые работают в нашем городе, которые мы раздаем активным участникам месячника. Эти дисконтные карты, конечно, в первую очередь интересны людям пожилого возраста, которые действительно экономят там каждую копейку, и скидка на продукты питания для них крайне важна. У нас более 4000 билетов в театры города. Это тоже существенные деньги, которыми жертвуют наши культурные учреждения, и мы их предлагаем по согласованию с театрами тем людям среднего возраста, которые также принимают активное участие в субботнике. Это важно. И, наконец, концерт, который планируется 22 апреля на площади Куйбышева, там более 30 тысяч билетов раздается. Вы понимаете, это все должно, мне кажется, нас всех как-то подхлестнуть, да, и еще раз задуматься о том, как мы живем в городе, что мы должны в городе делать, как мы должны относиться к нашему городу, что такое любить город, что такое патриотизм городской. То есть не заниматься критиканством, да, а конкретно выполнять какие-то дела полезные во благо там, подъезда, во благо двора, во благо улицы. Я должен сказать, мы видим очень широкий отклик со стороны совершенно разнообразных слоев населения. Меня это как главу города крайне радует. Я хочу напомнить еще о том, что лучшие 3 двора в каждом районе получат за счет городского бюджета систему видеонаблюдения. Это тоже шанс повысить качество жизни в своем дворе. Что такое 27 дворов по городу? Это большие затраты, уважаемые коллеги. И я хочу сказать, что это другое качество жизни, потому что уже в вашем дворе не смогут появиться хулиганы, потому что их сразу, так сказать, вычислят, да? А если они появятся, да, их вычислят, найдут и накажут. Не могут быть совершено там мелкое хулиганство, не могут появиться там бомжи или какие-то алкоголики, да? То есть это, конечно, порядок совершенно другого уровня. А для этого нужно-то всего привести свой двор в порядок и сделать его одним из образцовых. У нас с вами реализуется федеральная программа повышения комфортности во дворах. Это федеральная программа, в рамках нее мы получаем почти 900 миллионов рублей федеральных средств, и с учетом областного софинансирования почти 2 миллиарда рублей. Это колоссальные деньги, большая часть из которых также идет на Самару. И каждый двор, который хочет благоустроиться, который хочет получить вот ресурсы для своего обустройства, да, для своего развития, приняв участие в субботнике, такое право получает. У нас район выделяет саженцы деревьев плодовых, кустарников, да, мы позднее выделяем цветы, и также лучшим дворам мы готовы подарить клумбу, там, 5 квадратных метров, грубо говоря, ну, цветы придут немножко попозже. И вот таких вещей очень-очень много. Опять же, впервые в истории города футболисты Крыльев Советов, которые мы все любим, успехами которых иногда гордимся, иногда сопереживаем, поругивая их, но, тем не менее, это наш символ,
это наша отличительная черта, крылья советов, наша футбольная команда высшей лиги, да, они тоже выходят на субботник, и они работают не на своей базе, в Шушенском там, да, на улице Шушенской точнее, или около Металлурга, они выходят во дворы, проблемные дворы, где преступность подростковая есть, где, может быть, люди не столь активны, не столь дружны, и они своим примером будут показывать, как нужно относиться ко двору, к городу, к подъезду. Я надеюсь, что масса ребятишек, поработав вместе с нашими выдающимися спортсменами на этом субботнике, возможно, пересмотрят взгляды на свою будущую жизнь. И вот работая плечом к плечу с такими спортсменами, может быть, это будет неким таким катализатором профессионального роста этих ребят. Это очень важно. И футболисты заявили желание билеты раздать бесплатные на футбольный матч, кстати, который будет 22 числа. Да. «Зенитом», да? По-моему, ну, возможно. Нет, с «Рубином». С «Рубином», все правильно, с «Рубином». То есть будут раздаваться бесплатные билеты и футбольные мячи с автографами. Это тоже очень важно. Это тоже вот шаг навстречу заботам о городе. Я считаю, мы должны только это приветствовать и поддерживать. Олег Борисович, у нас такой разговор естественно и живой, то есть все немножко друг друга перебивают. У меня есть вопрос, пришедший по линии интернет, к тому же, о чем вы сказали. Но сейчас нам кто-то дозвонился, я не знаю, насколько он продолжит тему или там уведет нас в другую сторону. Но давайте послушаем все-таки живого нашего телезрителя. Вам слово, слушаем вас. Алло. Да, слушаем вас, говорите. Здравствуйте, Олег Борисович. Здравствуйте. 2017 год – это год экологии. И хотел бы узнать, какие проекты и программы будут реализованы на территории города у нас, в городе Самара. Спасибо. Хорошо, спасибо. Вопрос очень хороший. Для нашего города вопросы экологии первостепенной важности имеют. У нас с вами и уровень загазованности в городе достаточно высок, много автомобилей, много промышленных предприятий. Поэтому эти вопросы, конечно же, важны и для власти городской. Мною подписан план мероприятий по текущему году и завершена разработка экологической программы по Самаре, которая будет продолжительностью несколько лет. В рамках этой программы мы хотим повысить уровень, ну, скажем так, культуры, что ли, наших граждан. Например, по сбору раздельного мусора. Да, у нас эта проблема актуальна, и мы начинаем со своих учреждений, с учреждений дошкольного общего образования, с учреждений социальной сферы, культуры, спорта. В этом году там появятся такие вот раздельные контейнеры. Мы в этом году выделяем серьезные деньги на чистку озер в городе от накопившегося мусора. Ну, кстати, тоже ведь мусор, он же тоже, так сказать, не кто-то его там приносит, да, и привозит. Это, к сожалению, наши с вами, вот, имеется в виду жителей, такое поведение. Вот мы озера чистим. У нас в этом году запланирована посадка большого количества деревьев. Если вы знаете, то в стране проходит такая акция «Деревья Победы», «Лес Победы». И мы в этом году тоже запланировали посадку в течение ближайших полутора месяцев огромного, ну, не огромного, но серьезно такого количества деревьев. И желающие принять участие в этой акции должны обращаться в муниципальные администрации, внутригородские администрации. Мы подписали соглашение с Русским географическим обществом. Его у нас возглавляет ректор экономической академии Хасаев Губар Баданович. То есть перечень мероприятий достаточно большой. Мы боремся со свалками. У нас количество свалок уменьшилось в разы, должен вам сказать. Хотя они, конечно, еще остаются, потому что есть люди, которым вот по непонятной для меня причине, почему-то хочется в наших лесах формировать вот такие свалки, да, повторюсь. Мы этих людей вылавливаем, ловим. Мы поставили фотоловушек достаточное количество. Вот нам был подарен квадрокоптер, он уже с высоты, так сказать, полета тоже отслеживает тех, кто сорит, мусорит в нашем городе. Работа эта ведется, но она недостаточна, безусловно. И здесь мы должны с вами понять, что одной власти для этой работы не хватит. Мы не можем поставить у каждого дерева чиновника или, так сказать, у каждого оврага. Да? Здесь велика роль общественности. Я раньше говорил, и сейчас повторюсь, уверен, что многие из тех, кто загрязняет город, живут по соседству, иногда даже хвастаются, что вот я обманул власть, вместо того, чтобы вывести самосвал грязи на свалку, да, я сэкономил там 5000 рублей и свалил это в ближайшем овраге или там в ближайшем лесу. И с нашего молчаливого согласия фактически мы невероятно поощряем этих людей к дальнейшим таким поступкам. Но я хочу сказать, что всему приходит конец. И вот буквально недавно прокуратура довела до суда дело о нанесении ущерба путем формирования свалок. Из группы из 9 человек, если не ошибаюсь, сумма ущерба вменяется в 1 миллион рублей. Вот. Я думаю, что здесь общество уже созрело для понимания того, как с этим бороться. Но нужно объединять усилия, и нужно в этом направлении идти всем нам более уверенно и поступательно. Нам полиция очень серьезно помогает. Вот поэтому здесь я вижу хорошую перспективу, но чем быстрее мы с вами вместе объединимся и будем решать эту задачу, чем более будем нетерпимее к тем, кто город загрязняет, тем изменения будут более показательны.
Олег Борисович, у нас, правда, получается такой очень живой разговор, потому что звонки уже в очередь, но я надеюсь... Я буду короче отвечать. Да, нет. Я надеюсь, я не обижу нашего следующего телезрителя, который уже висит на телефоне, буквально одну минуту, потому что вопрос, который пришел по интернету, он в тему. Вы как раз говорили относительно саженцев, которыми будут простимулированы. И вот Ольга Гриценко задает следующий вопрос. Мы хотим озеленить придомовую территорию, которая примыкает детская площадка. Где мы можем получить саженцы деревьев? В предыдущих выступлениях вы обещали решить этот вопрос. То есть, если вот узкоутилитарно, куда идти Ольге Гриценко? Внутригородская районная администрация. Какой район? Значит, ну, я думаю, что знаете, какой район. Нужно обращаться к заместителю главы по ЖКХ. И управляющей компании, которая вас обслуживает. Управляющая компания даже более первичный уровень. Если они вам не помогут, тогда замглавы по ЖКХ. Но если есть ваш адрес в этом сообщении, тогда, Андрей Владимирович, вы мне передаете. Мы персонально проследим, чтобы вам саженцы в ваш двор попали. Спасибо большое, Олег Борисович. Ну, а теперь я прошу прощения за то, что человеку пришлось подождать, и давайте, его терпение будет вознаграждено. Слушаем вас внимательно, задавайте ваш вопрос. Здравствуйте. Меня зовут Людмила Ивановна. У меня такой вопрос. На пересечении улицы Вольской, 22-го подъезда, стоит разрушенное здание, бывший интернат и детский дом Советского района. Вот мне бы хотелось уточнить, ну, какое-то безобразие просто. Людмила Ивановна, таких... Да. Я Олег не перебил вас, да, Людмила Ивановна, нет? А можно я добавлю? Ага. Точно такой же вопрос пришел по интернету, уже по другому адресу. Хасановская, 11-12-14, заброшенное двухэтажное деревянное здание, свалка, крысы, рядом детская площадка. То есть, видимо, вопрос связан не только с одним районом, конечно, и с одним домом. Конечно, я как раз Людмила Ивановна не хотел отметить, сказав о том, что таких зданий, к сожалению, в городе очень-очень много. Но что касается Вольской, мы это здание знаем, эту площадку знаем. Мы сейчас подобрали инвестора, и я думаю, что до конца лета этого года там начнется строительство. Там будут построены объекты соцкультбыта и несколько жилых домов. Мы, по крайней мере, на это сейчас выходим. Но у нас действительно есть проблема, уважаемые горожане, связанная с тем, что долгое время, ну вот опять как бы я говорю, так сказать, штампами прошлых лет, да, но действительно долгое время не уделялось вниманию инвентаризации муниципальных земель и муниципального имущества. Поэтому мы имеем в настоящий момент то, что имеем. Здания разрушаются, не все имущество поставлено на баланс, и мы обратились с просьбой к общественности города. У нас есть специальный ресурс информационный, называется «Моя Самара». Очень легко на телефоне или на компьютере войти в этот ресурс, и там есть раздел «Народная инвентаризация». Мы этот ресурс создали для того, чтобы каждый неравнодушный человек мог в этом ресурсе указать помещение, здание или территорию, которая заброшена, которая не используется или используется без уплаты соответствующих, так сказать, налоговых платежей. Сейчас таких обращений уже 50, немножко даже больше 50 обращений. Каждый из них мы отрабатываем и, конечно, будем потихоньку наводить порядок и вот в этих зданиях. Но соглашусь, это вот, да, черта такая, черта нашего города, она присутствует. То есть, Олег Борисович, я думаю, что и Людмиле Ивановне, которая дозвонилась, и Валерию Владимировичу, который прислал нам сообщение по Хасановской, стоит войти на ресурс «Моя Самара» и написать там вот эти адреса. Им уже не надо, мы взяли в адрес, в работу эти адреса. А всем другим, у кого на примете есть брошенные здания, в которых, в общем-то, нет власти, пожалуйста, обращайтесь через этот ресурс, мы обязательно отработаем и вас проинформируем. И следующий звонок. Подключаем еще одного телезрителя. Здравствуйте, добрый вечер, говорите. Добрый вечер. Здравствуйте. Меня зовут Ольга Анатольевна. Вопрос у меня похожий. Олег Борисович, будьте добры, скажите, пожалуйста, когда наконец будет проведено благоустройство территории бывшего рынка на улице Революционной, пересечении Карла Маркса? Рынка уже нет достаточно давно. Сейчас там просто горы мусора, был пожар зимой. Вот, и рядом с школой люди просто ходят в ужасе. Еще хотела бы обратить внимание на состояние тротуара вдоль улицы, по улице Революционной, около этого рынка бывшего. Скажите, пожалуйста, когда у нас будет там конец порядок? Спасибо большое. Да, Ольга Анатольевна, спасибо за вопрос. Значит, эта земля находится в полосе отведения, закрепленной за областным Минтрансом. Я сейчас не готов вам ответить, когда там будет вот завершена реконструкция, но знаю, что она должна быть закончена именно в этом году, просто пока месяц не могу точно сказать. И она касается всей полосы отвода, которая включает в себя вот старую ветку железной дороги. Там должен быть наведен порядок. Этим занимается Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области. Что касается тротуара, но если там требуется ямочный ремонт, мы его выполним, конечно же. Что касается укладки тротуарной плиткой, ну, мы пока идем от туристических маршрутов. То есть туристические маршруты такой плиткой, значит, обрамляются, скажем так, да.
А вот все, что дальше, там мы решаем либо за счет асфальта полностью, либо за счет ямочного ремонта. Это связано с существующей экономикой, что ли, городского бюджета. Конечно, хотелось бы везде положить красивый асфальт, сделать хорошие тротуары, но бюджет у нас не позволяет это сделать одномоментно везде. Мы, вот моя команда в городской администрации, большой путь проделала для того, чтобы мы научились экономить деньги, и мы нашли эти резервы, но их все равно недостаточно для того, чтобы все вот, ну, такие проблемы закрыть. Это тоже факт, и я его признаю. По тротуару отработаем, безусловно. По благоустройству, если вы оставили свой телефон, мы с вами свяжемся, и после получения информации от Ивана Ивановича Пивкина сообщим. Ну, в конце концов, жизнь же не закончится в 2018 году с окончанием чемпионата мира. Будет к чему стремиться, будут какие территории еще укладывать плиткой. Олег Борисович, давайте мы теперь посмотрим не такой необычный сюжет, потому что в этом сюжете люди, которых мы привыкли видеть в эффектных костюмах на сцене, которым, наверное, проще и чаще держать в руках шпагу, чем грабли и метла, тем не менее взяли грабли и метла, и творческие союзы вышли на субботник. Давайте предоставим им слово. Художники, композиторы, актеры, как и подобает деятелям искусства, играючи собирают мусор и сгребают опавшую листву. Для старых друзей совместный субботник – отличный повод встретиться, пошутить, пообщаться. А вместе с этим внести свой вклад в наведение порядка в родном городе. Все мы хотим, чтобы наш город был чистый. Мы здесь живем, мы ходим по этим улицам, по этим скверикам. Поэтому мы все граждане одного города, независимо от профессии. И хотим, чтобы нас радовала наша жизнь. Выбор места для уборки оказался не случайным. Многие из них по пути на работу проходят через сквер на пересечении Красноармейской и Фрунзе. Это центр города, это один из центральных таких маленьких, ну, сквериков, где у нас тут все театры вокруг находятся, вот наш институт культуры здесь рядом. То есть это наша зона. Как правило, все творческие организации находятся в центре города, что хорошо. И тем более, мы когда каждый день идем на работу, нам хочется, чтобы дорога была приятной. На совместный субботник самарские творческие союзы вышли впервые, но уверены, что теперь это станет доброй традицией. Дорогие земляки, обратите внимание, с граблями в руках был обладатель национальной премии «Золотая маска», актер Самарского театра драмы Владимир Гальченко. Обладателем этой премии он стал буквально вчера. Олег Борисович, вот как вам, как работают творческие люди? То есть есть от них толк с граблями-то или лучше не надо? Вы знаете, тут, я думаю, важен душевный порыв. Если люди идут искренне, неважно, что они делают, белят дерево, или, значит, там обрезают ветки, или собирают опавшую листву. Главное, что это искренний душевный порыв. И те замечательные слова, которые мы сейчас услышали, они, наверное, говорят гораздо больше, чем могу сказать я. Поэтому остается только порадоваться, что люди действительно любят город и прикладывают усилия для того, чтобы он менялся. Есть, Олег Борисович, у нас вновь есть звонок. Слушаем вас внимательно. Добрый вечер. Алло, добрый вечер. Здравствуйте. Здравствуйте. У меня вопрос такой. Вот кто у нас контролирует открытие алкогольных магазинов и пивных? Это район Постникова оврага. Начиная от Новосадовой. У нас здесь такой есть магазин «Южный ветерок» на остановке прям Постникова оврага. И на горячую линию УВД звонили. Торгуют круглосуточно. И поднимаясь от Постникова оврага вверх по Революционной и сворачивая на улицу Склиренко, на каждых 100 метрах открыт «Горилка», «Пивной магазин», «Горилка», «Пивной магазин». В администрацию Октябрьского района обращались, говорят, что это не их вопрос, вообще кто-то занимается. Идут студенты, идут школьники, недалеко 58-я школа. Идут общежития, и вот это пиво. Вообще кто-нибудь контролирует эту ситуацию? Да, конечно, эту ситуацию контролируют. Для того, чтобы торговать алкогольными напитками, требуется лицензия. Эти лицензии выдаются по линии Министерства экономического развития Самарской области. Что касается разливаек и каких-то временных точек, это, конечно, безобразие. Мы обязательно проедем, посмотрим. И я хочу сказать, что я тоже очень недоволен тем, что возникают иногда, особенно в Октябрьском районе, кстати, и глава района об этом знает уже, была критика с моей стороны, замглавы по потребительскому рынку. Я крайне недоволен тем, что там наиболее часто возникают такие киоски. Я должен сказать, что где-то 3 недели назад, проезжая там в 12 часу ночи, вот, я увидел, как монтируют киоск, и, значит, выйдя из машины, вступил, так сказать, в перепалку с этими людьми.
Вот, вызвал полицию, вызвал, так сказать, главу района. Значит, очень много, так сказать, сотрудников, которые призваны за этим следить. Значит, киоск убрали, демонтировали, а людей оштрафовали. Оказалось, могут штрафовать и за парковку на тротуаре, и за грязные номера, и за просроченный техталон, и за самовольное занятие муниципальной земли. И больше там этот киоск даже вблизи, так сказать, не светится. И понимая, что здесь не исключено, что есть какая-то заинтересованность внутри районов, ну, не могу сказать у кого, могу только гипотетически предположить, судя по тому, что должного отпора этим киоскам не дается, мы договорились о том, что с предыдущей недели, то есть вот уже неделю как, у нас действуют межведомственные группы. Причем эти группы, они формируются, например, в Октябрьском районе, но проверку осуществляют в Промышленном или в Куйбышевском. И, соответственно, группа из Ленинского района осуществляет проверку в Красноглинском. Это делается для того, чтобы избежать, ну, раннего такого информирования тех, кто занимается незаконной торговлей. Эта работа уже дает свои определенные результаты. Кроме того, у нас, значит, сформированы группы по предотвращению лоточной торговли. Мы тоже сталкивались с тем, что стоит выехать внутри группы, сформированной внутри района, по улицам, где такая торговля осуществляется, а лоточников, так сказать, и след простыл. После этого мы создали с ГОРУВД межведомственную группу, ее возглавил наш сотрудник, и только он знает график объезда в тот или иной день. Это позволяет вылавливать лоточников, штрафовать их и конфисковывать их имущество. Мы с этого пути здесь не сойдем, и я думаю, что достаточно ощутимы будут потери тех людей, которые, невзирая на требования, значит, санитарно-гигиенических норм, на требования, связанные с разрешением для торговли, продолжают эти законы нарушать. Поэтому мы будем двигаться по пути конфискации и штрафов. И очень надеюсь также, что и общественность нам в этом плане будет помогать. Мы, наверное, тоже такой ресурс создадим, чтобы вот неравнодушные граждане, активные граждане города могли сообщать нам о новых заведениях, которые возникают в том или ином районе. Но если достойного отпора районной администрации не будут, значит, по этим объектам создавать, значит, мы будем рассматривать вопрос уже в другой плоскости. О неспособности главы внутригородского района бороться с этими проявлениями. То есть, ну, хватит уже, мы натерпелись. Вот я работаю 2 с небольшим года в этой должности, да, и, честно говоря, все вот наши призывы к тому, что будьте порядочными, будьте, так сказать, дисциплинированными, они, к сожалению, пока какого-то кардинального действия, значит, не имеют. С исключением только вывоза, демонтажа, конфискации и каких-то больших штрафов. Поэтому мы будем переходить уже к другим вопросам, к вопросам кадровым. В этом году мы с вами это увидим очень быстро. Олег Борисович, я знал эту историю про киоск. Я, честно говоря, даже не думал, что вы об этом скажете. Я хотел еще спросить. Я знал историю про этот грузовик с колесами, которые вы поймали где-то там на мосту. Я просто помню очень хорошо, что вот какой-то ваш личный пример, он и меня в какой-то степени вдохновил, потому что я отправляю фотографии машин, припаркованных на тротуаре на газоне. Не знаю, что с ними происходит, администрация железнодорожного района, но парковаться-то больше не стали. Олег Борисович, если вернуться к нашей теме субботника, вы сказали и о скидочных купонах в магазины на продукты питания, вы сказали и о пригласительных в театры, о билетах в театры, вы сказали о пригласительных на площадь. Олег Борисович, когда делят пряники, всегда найдутся те, кому пряников не досталось. Олег Борисович, а вот кто определяет наиболее активных участников субботников? Ведь, в принципе, субботники принимают участие весь город. Андрей Владимирович, ну, я бы не назвал это пряники, да? У нас акция называется «Поработал, отдохни». Мы благодарим людей, вот тем, что можем, благодарим за то, что они наводят порядок в городе. Они наводят порядок не для власти, да, они наводят порядок сами для себя. И за это власть им говорит спасибо. Ну вот такая ситуация экономическая, что, ну, нет у нас достаточного количества денег, чтобы одномоментно везде навести порядок. И без общества, без людей мы это сделать не сможем. А потом ведь нужно учитывать аспект и такой морально-нравственно-воспитательный, да. Человек, который убирает мусор в рамках месячника, наверное, у него рука не подымется потом этот мусор оставлять после себя. Мы это тоже понимаем и приветствуем, что вот, ну, люди разделяют эту точку зрения, эту позицию. Это крайне важно. Если говорить вот о том, какие меры поощрения и как, значит, определяются, где выдаются, мы отдали это на откуп внутригородским районам. У них есть комиссия с участием общественников, которая выносит и выставляет оценки тем или иным дворам. И, собственно говоря, распределяет вот эти, значит, и билеты, и пригласительные, вот, и другие формы поощрения. Я думаю, что это достаточно справедливо происходит и правильно. Но не с уровня же города этим заниматься. Занимаются внутригородские районы.
Еще у нас большая работа ведется по созданию общественных советов микрорайонов. Вот об этом в прессе стали говорить в последнее время. Вчера было интервью, прямой эфир с губернатором Николаевичем Меркушкиным. Он на этом отдельно остановился. Мы возлагаем очень большие надежды на создание этих общественных советов микрорайонов. Там, где они уже созданы и уже проявили себя в рамках субботников, они тоже являются операторами раздачи вот этих мер благодарности, что, или способов благодарности наших горожан. Поэтому общественные советы, управляющие компании, внутригородские районы, ТОСы, председатели многоквартирных домов, они все в этой системе, в этой теме, в этом процессе находятся. Вот. Но, Андрей Ильич, мне так и хочется сказать, обращаясь к нашим горожанам, уважаемые самарцы, мы все любим наш город. Город очень удивительный. У нас много символов, которыми мы гордимся. Я считаю, что чистая Самара должна стать очередным нашим символом, к которому мы должны прийти вместе с вами. То, что делается последние там, 5-6 лет после прихода в нашу область Николая Ивановича Меркушкина, это просто удивительно. Мы за предыдущие 50 лет таких темпов преобразования города не видели. И очень важно, чтобы все вы вместе с властью были вовлечены в эти позитивные процессы. Я вас приглашаю на субботник 22 числа. И если непогода все-таки будет наперекор нам, то тогда давайте 29 числа вернемся к нашему городу, к улицам, к скверам, площадям и обязательно к нашим дворам и наведем там порядок. Олег Борисович, я думаю, что это великолепная точка, за исключением тех людей, которые либо дозвонились, но не попали в эфир, либо прислали свои вопросы в интернете, но я просто не успел их задать. И с вашего позволения, все передадим вам. Вы тогда по этим точкам, по адресам, по проблемам посмотрите. Вот. Ну а нам только остается присоединиться к вам и пожелать, чтобы Самара действительно была одним из самых чистых городов России. Спасибо большое. Спасибо.